Наш рейс 79 по маршруту Москва, Санкт-Петербург, аэропорт Пулково. Расчетное время пути 1 час 15 минут. Пожалуйста, располагайтесь в случае необходимости за помощью. Обращайтесь к нашим бортпроводникам. Желаю вам приятного полета. Доброе утро, дамы и господа. Командир корабля и экипаж от имени авиакомпании «Уральские авиалинии» рады приветствовать вас на борту самолета Airbus 320, вылетающего рейсом 79 по маршруту Москва, Санкт-Петербург. Мы тепло приветствуем на борту участников программы лояльности «Крылья». В целях обеспечения безопасности все электронные устройства должны быть выключены или переведены в режим полета на время руления, взлета, набора высоты в зоне турбулентности, а также снижения и посадки самолета. Личные вещи и персональные ноутбуки необходимо убрать на багажную полку либо под сиденье впереди стоящего кресла. Не размещайте ручную кладь в проходах самолета, и у самого судна запрещено курение в течение всего полета, в том числе электронных сигарет. Туалетные комнаты оборудованы детекторами дыма и сигнализацией. Просим вас воздержаться от употребления спиртных напитков. Более подробно ознакомиться с правилами поведения на борту самолета можно в специальном разделе корпоративного журнала авиакомпании. Благодарю за внимание.
Пожалуйста, убедитесь, что ремни безопасности застегнуты, спинки кресла в вертикальном положении, столики убраны. Электронные устройства переведены в режим полета или отключены. Благодарю за внимание.
часов полета в целях вашей безопасности. В полете вам будут предложены прохладительные напитки, чай. Туалетные комнаты расположены для пассажиров салона класса бизнес в передней части самолета, для пассажиров салона класса экономический в хвостовой части самолета. Дамы и господа, напоминаем, что наша авиакомпания заботится о безопасности и здоровье своих пассажиров. Поэтому на борту воздушного судна запрещено курение в течение всего полета, в том числе электронных сигарет. Туалетные комнаты оборудованы детекторами дыма и сигнализацией. Просим вас воздержаться от употребления спиртных напитков. Благодарю за внимание. Ladies and gentlemen, the captain has switched off the passenger civil sense. However, the crew recommends you to give a civil passenger during the whole flight. During our flight, the cabin crew will offer you the refreshments and tea. Welcome for business class passengers and the rear part of the cabin. Welcome for economy class passengers and the rear part of the plane. Ladies and gentlemen, I can remind you that our company takes care of safety and health of our passengers. That's why smoking is prohibited anywhere on the aircraft during the whole flight. Usage of